Информацию о задержании двух кандидатов в депутаты Мажилиса прокомментировали юристы штаба за честные выборы. По их мнению, термин «задержан» применили неверно. Одного кандидата лишь препроводили в прокуратуру для разъяснения его прав, рассказали на брифинге члены штаба. Как выяснилось, он опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение с признаками агитации еще до начала самой кампании. Другого кандидата препроводили домой, так как он нарушил условия содержания под домашним арестом. Наиболее частое нарушение среди кандидатов, отметили юристы, это недостоверность деклараций об активах и обязательствах. Кроме того, кандидаты забывают внести в отчет акции, ценные бумаги и права на авторские произведения. Многие зачастую сдают эти декларации недостоверно. Либо забывают какие-то свои активы, забывают кредиты, ценные бумаги. Много еще с советского времени, мы знаем, была приватизация, потом это превратилось в акции, и сейчас люди уже забыли, что у них есть эти акции. А, конечно, когда налоговая проверяет, все это выясняется, и за это нарушение тоже могут снимать. И снимали с предвыборной гонки, люди обжаловали, сейчас идут суды.